Друга сутичка, Сергій Москаленко проти Романа Олександрова. Оба из этих парней – это пурпурные пояса по бразильскому джиу-джитсу. Москаленко намагався прихопити ногу суперника, але Олександров легко звільнився від захвату. І зараз він зверху активно атакує. І больовий також велика перемога. Москаленко перемагає. Болевой на ногу. Да, это был болевой на колено от Сергея. Было красиво. И быстро. У нас сегодня початок дуже швидкий, дуже ефектний насправді. 31 секунда, я думаю, что вполне... Может быть рекордом. Этот болевой может быть рекордом, да.